Уроки патриотизма начали заменяться уроками борьбы с коррупцией, причем с 1 по 11 класс. Детям предлагают рисовать картинки, предлагают информацию, например, такого свойства, где пирамида, где страны расположены в иерархическом порядке по уровню коррупции, и Россия оказывается, естественно, далеко-далеко внизу, там рядом с Узбекистаном, и такое формирование патриотизма происходит. Может быть, Валентина Ивановна имеет смысл дать поручение профильному комитету посмотреть, что это за ситуация, кто, откуда идет такого рода предложение, потому что патриотизм – это одно, а борьба с коррупцией и навязыванием в разных школах – это очень опасная тенденция.